В поселке Хандыка Тампунского района ведутся работы по асфальтированию участка федеральной автодороги Колыма. Всего асфальтом будет покрыто 4 километра трассы. Когда же водители смогут прокатиться с ветерком, узнала Мария Винокурова. В Хандыге к 75-летнему юбилею поселка и в год благоустройства в республике ведутся работы по асфальтированию 4-километрового отрезка федеральной автодороги Колыма, проходящего через районный центр Тампунского улуса. К асфальтированию трассы бригада ООО «Мигинские автомагистрали» из поселка Нижний Бестях приступила 10 июня. А 11 июля запущен мобильный асфальтовый завод производительностью 120 тонн асфальта в час. По проекту ширина дорожного полотна 7 метров, из них проезжей части 6 метров. Предусмотрено свыше 20 съездов. Мы число 2-го асфальтовой работы по федеральной дороге завершим и перейдем на косметические пододелки, то есть отсыпка обочин, разметка, разметочка линия здесь должна пройти. И в число 5-го, 6-го так завершить основную работу по федеральной дороге. В прокладке асфальта задействована вся необходимая спецтехника: грейдер, асфальтоукладчик, каток, 4 большегрузных автомашины для завоза асфальтобетонной смеси. Всего в бригаде трудится до 24 человек в зависимости от потребности. Работа идет с опережением графика, и при хорошей погоде специалисты планируют сдать федеральную трассу в начале августа. По окончании работ на этом объекте дорожники приступят к асфальтированию поселковых улиц Кудрявого и Магаданская, где начаты подготовительные работы. Там будет проложено 1600 метров асфальтобетонного покрытия. Работа бригады ООО «Мигинские автомагистрали» получила высокую оценку хандыкчан, которые теперь не устают радоваться произошедшей перемене в поселке. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Богдан Тиянич, НВКСХ Хандыга.